війни. Не випустіть із рук ту бабушку, Господи. Не могли ви її на креслі. Фу. Аж плохо стало. Це ж я так на роботу їду. Ребята, я вам должна сказать, водитель ас. Вот это он задом наперед, вот это он так съехал со всей горки. Я бы... Угу. Ну что? Бурные аплодисменты. Что разворачиваться там как бы негде было, я там стояла. Ужас. Давайте уже идти, я уже за вами. Куда уже? Включайте все свои 4 мигалки. Кошмар. Скатерть обранка. Фермі тутті. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, cara Chiara. Tanti auguri a te. Devo fare un toast, penso. Lo fa qualcun altro. Lo fa da solo il toast. Такая погода у нас уже держится. И говорят, еще будет держаться. Ну, у нас это закономерность такая. Так что, ну, Генуя и Рим, это же совершенно две большие разницы. Да? Поняли, кому я это говорю? Так что посмотрите погоду на юге Италии. Я думаю, там может быть солнышко, жарко. На Сицилии, думаю, вообще люди в море купаются. Так что такие дела. А нам вот на сегодня опять вот эта комрячка, комрячка. Так. Ну это у нас практически так постоянно осенью. Видели наши поздравления? Были у нас две именинницы. Ну как, сбрасываются девчата деньгами и заказывают по интернету подарки. Одной подарили сумку от Гуччи, а второй... кроссовки, я уже не помню, какой фиг. Смотрела, но забыла. Меня только попросили, Лиля, возьми что-то, упакуй. У нас была скатерть старая со стола, ну как старая, стол поломался, скатерть осталась, клеенка. И я так не упаковала еще ж такие вот. В общем, потянула за веревочку, сделала разводики. Мне сказали, блин, ты упаковщица подарков, наверное, говорит, на Новый год будешь все подарки паковать ты. Я говорю, экс-магазинер, умею работать с бумагой, с картоном, в общем, со всем подряд. Вот так что девчата вчера с меня посмеялись, и на том все осталось. Ребята, вот это такая погода, даже скучновато в баре, собственно говоря, работать. Мы вчера с Киарой наторговали что-то 550 евро, она говорит, пш. Это мы еще, говорит, с тобой много сделали, говорит. Один день при таком дожде мы что-то там 460, говорит, просто хотелось лбом об стенку или фейсом об тейбл. Ну, в общем, непонятно, что делать, потому что, знаете, скучно на работе, когда клиентов мало, а ты не знаешь, куда себя приткнуть. Ну, у нас есть куда себя приткнуть, нам есть что убирать, так что... Я вчера стекла чуть-чуть намывала, ну, так, знаете... чтобы то скучно на работе не было, чем-то все равно себя занимала. Так, что касательно теста. Кто попросил рецепт теста на вареники? Ребята, знаете, что оно получается такое вот тоненькое, такое шелковистое? Потому что у меня его замешивает моя машинка, и она его замешивает... 7 минут идет замес теста, и потом оно еще лежит. А рецепт, ну, самый-самый простяцкий. Я даже кипятком его не завариваю. Где-то практически 2 стакана воды на килограмм муки и соль. Все. Все. Замесила, тесто полежало, оно такое податливое, такое не сильно забитое. Я делаю, что тесто получается чуть-чуть
как бы мягковатое, но его очень легко раскатывать, его очень легко лепить. Я жарю ни один вареник, Слава первый раз в жизни лепил вареники, и у него ни один вареник не разлепился, не расклеился, поэтому... И он же его не стулял то 150 раз туда-назад. Я говорю, хочешь, косичкой научу, там хочешь. Он говорит, це и так скажи спасибо, что я их леплю. Ну, в общем, налепили. За Луиджина. Луиджина, по-моему, ребята, родился просто в рубашке. Потому что он уже перенес инфаркт в свое время, еще когда была жива жена. Его раньше выпустили на пенсию. Он перенес перитонит у него. Помните, такая была гуля на животе? Сейчас после второй операции у него этой гули нема. Там что-то ему неправильно сшили. Ну, это, короче, последствия той операции, я думаю, что подвело его к этой операции. Вот. А то, что он родился в рубашке, то это однозначно. А то, что он ходит до своей... Ее тоже, кстати, должны почему-то оперировать. Ну, там что-то, камни какие-то, где-то что-то. Ну, в общем, меньше Бен Лазер, то он, конечно, целише. Не, он ходил, играл вот в этих бочи, называются, катают шары. И он шел уже, день был, белый день. Это просто у нас действительно не мотоциклисты. Да вообще никто правил дорожного движения не соблюдает. Вчера я еду с работы. Ребята, дождь, мряка. Доезжаю до вот этой моей главной дороги, до Страдоны. Что вы думаете, вся дорога перекрыта. Меня развернули. Ну, что мне пришлось развернуться, ехать по другой дороге. Стоит скорая помощь, погружена уже на вот этот вот, на скорую помощь дорожную. И вторая скорая помощь стоит, еще там какой-то вот этот дорожник, который грузит машины. Там произошла какая-то авария. Я, конечно, не стала всматриваться, потому что темно, практически 11 часов вечера, ничего не видно. Сколько там машин стулились на нашей дороге, я даже себе представить не могу. Но то, что там и ментов, и скорых, и всех было, и машины на пару, кто-то кого-то не пропустил. То, что у них функция повороты, это вообще отдельный вопрос, потому что тебе щелкает, что она сейчас поедет влево, она едет вправо, потом вообще может остановиться на главной, понимаете? То тут уже надо просто предугадывать, кто, что и куда, и как. Это сплошной кабардак. Ты каждый раз ездишь и осторожничаешь, потому что я никогда никуда не лечу. Я могу лететь по нашему Страдоне, тут я могу пришпарить, но если я смотрю, что нету никакого движения, да, я могу дать на газ. А так вообще, ребята, я не знаю, я смотрю не то, что в оба, а в четыре глаза, а то и в пять, и вообще я за рулем не пользуюсь, знаете, как это Слава у меня там на звонки может ответить, у нас за это очень строго. Я вообще телефон, у меня может только вести съемку, и то, если он прицеплен где-то там на стекле, где-то там. Не-не-не, я туда вообще не касаюсь. Кому надо, перезвонят, кому надо перезвонить мне, я перезвоню. Тишина. Все, сегодня наше начальство улетает в теплые страны. Вчера мы стоим, разговариваем, ребята, не поверите. Я вчера наржалась с него. Подходит до моей ответственной ее жених и стоит рядом с Сильвио. Ну и мы начинаем что-то разговаривать, а я смотрю на них обоих и говорю, а кто из вас моложе, кто старше? Я же знаю, что у нас Киара молоденькая такая. Вот. Оказывается, Сильвио старше. Но выглядит он, 18+. Вообще ни морщинки, нигде ничего. Под полтинника он выглядит как... Ну, таке свіженьке, таке гарненьке, таке прям ёлки-палки. Вот. А тот сантехнік. Худе, весь в зморшках, морда обвисла. Вот. Я кажу, що-то ти, блін, сильно хорошо виглядиш. В твої годи ні одної морщинки. І эти как начинают ржать.
подожди, подожди, сейчас он приедет, он еще лучше похорошеет. Я говорю, да за счет чего? И, вы знаете, раскрыла я тайну молодости. Да, ботекс. Уколы, уколы красоты, ребята. И он их колет не там, а он их колет здесь. Я не знаю, что он колет сюда, но тут точно ботекс. Там. В общем, такие дела. Оказывается, не только женщины это делают, а мужики тоже. Но у нас, когда делают это женщины, по ним видно, что это сделано. Я не знаю. Я ходила в спортзал. У нас, так, ты что, там такие, блин, особенно кто эти губы делал, вот эти утиные губошлепки, блин, по нему не скажешь, что там где-то что-то уколото, где-то что-то сделано. Я когда-то в Херсоне решила тут себе подколоть. Попалась в руки очень плохого мастера, вернее, мастерицы. Я не знаю, что она колола, ну, это было так давно, это было лет, ой, так, даже не хочу вспоминать. Она мне просто порвала капилляры. У меня вот тут красненькие пятнышки из-за того, что полопались капилляры, потому что это надо было как-то разгонять, уплотнять. Короче, эти уплотнения у меня до сих пор тут остались, и я сказала, так пошли вы нафиг. Вот. Приходилось тогда уезжать и не заявить на них, ну вообще, ну а что ты сделаешь? Поэтому я... Да. Хорошеют все, молодеют все, стареют все. Вот так на том и остановилась. Вот. Больше я на эти не ведусь. Оказывается, цех красоты есть для мужчин. Вот так вот, ребята. Так, сегодня у Саши день рождения. Но я сегодня работаю. Поэтому то, что я хотела делать, то я пока делать не буду, потому что я их не увижу. А потом мы с вами сделаем что-то вкусненькое. Ну и кое-что я, конечно, заказала. Наверное, на воскресенье мы все-таки все соберемся. Да? На воскресенье все это и сделаем. Вот так вот. Решила вчера кучу бриошей, мне Киара говорит, на, забери своим бриоши. Ой, я говорю, Киара, господи, вони ж мене на диете. Если это можно назвать диетой. Какая диета? Никто диет не придерживается. Так что все нормально. Мишель залетает ко мне на работу. Говорит, Лиля, я тебе кое-что привезла. Кто живет в Италии, наверное, знает, что это такое. Кастаньяча. Кастаньяча это блюдо. Я не могу сказать, что это сладкое блюдо, потому что оно как бы полусладкое, полусоленое. Из муки, из каштанов. Делается очень просто. Берется каштановая мука, заливается водичкой, если мука хорошая, сахар не добавляется. И туда добавляется изюмчик, мандорлы, то есть это миндаль, и вот эти вот пиноли. Это те орешки, которые идут в соус песто. Можно на свой вкус добавить что-то другое. Все это смешивается, выливается в форму, добавляется соль, потому что это не сладкое блюдо. Вот это такое. Выливается в форму и запекается в духовке. Естественно, что вверх перед запеканием украшается той сухофруктор, которая есть внутри. И вот получается такое вот блюдо. Я знаю, что Мишель это не нравится. По желанию можно добавить грецкий орех, не обязательно тушу. Ну, тут я смотрю, даже дедушка добавил и грецкий орех. По желанию можно добавить чернослив, там сушеный абрикос. Ну, в общем, все, что хотите. Можно не изюм, а то, что любите. Если кто-то захочет попробовать, готовится очень быстро, получается. Ну, так, знаете, как его тосканезы едят? Намазывают его рикоттой. И вот с чайком вот такое блюдо попивают. Так что, если желаете, попробуйте. Ну, это так, на любителя. Поэтому быстренько рецепт рассказала, а там, вы смотрите, готовить не... Оно получается таке, знаете, як ото, як у нас кажуть, гливке, збите, ну, таке плотне. Поэтому из-за этого, наверное, вкус, ну, в Италии это считается, ты шо, кастаньяча, ты шо.
Ребята, съедобная. Ну, я думаю, у меня слава так, я вообще не ем. А я могу с чайком. Сейчас поставлю себе чашечку чая. И дербелизну его. А сверху положу себе сметанки. Ну, так это намного вкуснее. Намного нежнее. Чайки кричат. На улице не холодно, но сыро. Смотрите, пару дней назад я вам показывала перчики. Они были все черного цвета. Видите? Уже почти все красненькое. И. Гляньте. Малинка цветет. Ну, в общем, если морозы не ударят, то мы еще пару бубочек попробуем. Вот, смотрите, сколько перчиков красных. Пока не буду собирать. Цветет, цветет, цветет и вяжется. Боже, такая погода. Чуть-чуть мерзопакостная. А, вроде тепло на улице. Что вы тут, перчики не гниете? Не, не. Та маленькая улиточка до них уже присосалась. Летом перца не было, а сейчас вон полная, 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 полная. И хрен. Як не в себе прегля. А тут земля присела, то есть наша навозная кучка работает. О, баклажанчик еще один завязался. И тоже цветут баклажаны. Сейчас глянем, что там. Гля, манипусенькие улиточки, гляйка. Деточка, улиточка, даже телефон тебе не бере. И уже что-то жрет. И он, смотрите, маленькая сидит. Вот заразы такие. Вышла помидоры собрать. Так, ладно, это хай все растет. Тут тоже надо земелькой присыпать, и будет нам такое счастье по весне. Так, вот это я от котов. Тут что-то я посеяла и от котов этим бодылечком прикрыла. И вон оно, видите, уже и растет. Так, ну главное, что они тут не гребутся. То ли лук парей, то ли еще что-то. Ну, в общем, смесь. Не помню уже и сама, что сеяла. Ну, что-то насеяла. Да, а тут рассадник улиточек. Це ще той. И деточки, и не деточки, и взрослые. В общем, эти баклажаны можно срезать. Это лук парей, лук обычный можно порассаживать. Знаешь, летом он позасыхал, он уже ноготочки зацветают. Смотрим, что тут моя капуста. Вот ту капусту, что я посадила, стоит. Брокколи. Растет цукини. Он уже, видите, один цукинчик маленький. Тоже лучок понасевался. Укропчик уже свой листочек он выдает, видите. Тут коты не гребутся, тут такая более глиняная поверхность. И вот эти вот, видите, те все, что Юля сажала, нема. Вот эти, что я посадила, вон раз, два, три, и там четвертый стоят. Это ж я вышла помидорчики собрать, понимаете? Ветки нема, а помидорчики висят. Желтенькие, а? Красавчики. Да, уже ветки, конечно, почернели, уже все свои помидоры собрали. Ладно, у меня помидоры висят. Еще ж и красивые. Так что пусть еще стоят. Там вообще он целая гроздь вот туда. Вот там где-то. Далее. Ну вот погода. Погода у нас ну не так и не сяк и не як. Ля, улитки, оказывается, помидоры жрут. Вот они расчавкали вот этот помидор. И это им такая, знаете, закусочка. Вот собаки такие, а. Вот уже ж. Вы ж раньше помидоры вам не нравились. Что, все? Огурцы кончились, можно жрать, да? Ладно. Грязноватый. Что, дождь все время? Ну, видите?
сколько еще помидорчиков. Ого-го. Уж забежала. Перед работой думала Луиджина застану, что он же вчера за свои зубы ходил. Но где-то убежал, видимо, какой-то визит к доктору пошел делать. Вот там над морем уже что-то проясняется. Может, дождь уже закончится. Сколько ж можно ляпать вот это. Это наш Коля прислал видео, возвращается в Лондон, летал в Чехию по своим делам. Так что может и нам в Лондон слетать, это помидоров набрать, у нас жить есть где, да? Коля, ты нас там ждешь в Лондоне со своими помидорами? Я могу приехать погостить.